Всем привет, ребята! С вами вы на канале Лего Сталкер и долгожданное видео. Сколько я уже неделю не выпускал видео никакое. И наконец-то. В этом видео я буду собирать Лего наборчик. Да, именно набор. Первый раз. Давайте же мы начнем. Вот. В этом видео я буду обозревать такой наборчик Лего-чина. Во-во-во. Блин, давайте я сейчас поставлю, как тут, чтобы вам было видно лучше. Секунду. Не подставка из Лего. Не знаю, видно или нет он. Это вообще вверх я поднял. О, вот такой вот наборчик Лего Чима. У нас должно, по идее, быть 3 фигурки. Цена тут 33 гривны. Ну, давайте же мы откроем. Так, тут скотч. И в этой коробочке, кстати, это новый набор. Смотрите, вот они, тут по разных языках, хорошо, новый. Вот, в этом наборчике у нас идет первый пакетик с этой вот птицей. Почему-то маска оранжевая, не знаю чего. Вот это Китай, в принципе, вот сейчас. Made in China. Потом крокодил. Большой пакетик еще. Ох, тут бочка, да ладно. Смотрите, бочку у меня никогда не было. Конечно же, инструкция. И куча карточек тут. О. Короче, ребята, тут у нас такой пакетик. Такой пакетик. И вот такой вот пакетик. Инструкция, конечно же, и карточки. Ну вот. Не буду вам показывать. О, я забыл, короче, включить камеру и начал рассказывать. Тут, смотрю, камера не включена. Думаю, на паузу поставить, а тут такая... Камера не включена. Блин. Сейчас проблема небольшая. О. Все. Давайте откроем пакетики. Начнем с пиццы, то есть собирать. Тело, как всегда. Давайте же соберем. Ох, блин. Это легко нацепилось, это еле-еле нацепил. Потом вот эта вот штука. Тут нет вот этой светящейся штуки. Сейчас у меня вот тут есть рядом. Где-то. Вот она. Давайте нацепим. Не держится она. Ну ладно. Вот без этой штуки. Вот так вот.
Ну, а что у нас получилось? Потом у нас вот крокодил. А, я забыл крылья одеть. Сейчас. Забыл крылья одеть, реально. Ёшкины матрёшки. Вот так вот. Потом крокодил, давайте поставлю на паузу, соберу. Вот у нас вот такой вот получился. Теперь мы перейдем к этому. Я тоже поставлю на паузу, соберу и покажу вам обязательно. Вот я построил, ребята. Вот, первая такая построечка. Тут бочка. Я еще и тут обнаружил такой вот лук. Тут капец так много деталей было. Еще не нужно, где я. Вот это зачем деталька? Вот еще одна, кстати, построечка. В общем, вот, кстати, я крокодилу добавил бронежилет с этой пимпочкой. Ребята, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Макс. И всем удачи, всем пока. Стоп, стоп, стоп. Я забыл, я еще... У меня есть один из Лего Чима. Вот. Сейчас, секундочку. Сейчас я его вам покажу. Где-то он тут у меня был. Вот он. Вот. Ну, на этом все, ребята, уже точно. Ставьте лайк. Лайк, лайк, лайк. Кстати, спасибо за 6 подписчиков. Ну и лайки, просмотры. Ну и всем пока.